Песня Абая – жемчужина музыкального искусства. Такие известные композиции, как «Желсіз түнде жарқай», «Айттым сәлем қалымқас», «Сегіз аяк» на протяжении многих лет не теряли своей актуальности. Одна из любимых песен казахстанцев из любовной лирики – «Көзімнің қарасы». В ходе литературного вечера прозвучали эти, а также многие другие произведения Абая Кунанбаева. Президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев в своей статье сказал, нужно представить Абая как национальный бренд Казахстана, поэтому в этом году проведено столько масштабных мероприятий. Литературный вечер, проходящий в его честь, это возможность поближе познакомить молодежь с его творчеством. Мы должны изучать жизнь и творчество великого Абая. А для того, чтобы узнать его глубже, мы посещаем каждый культурный центр и проводим такие мероприятия. В основном военнослужащим курсантам предоставляется отпуск в день не более 2 часов. В это время мы собираемся с ребятами, чтобы почитать его стихи. Вниманию зрителей также были представлены выставка книг и документальный фильм о великом мыслителе. Рамиль Дусумов, Абзал Балтабаев, Павел Соловьев, Кокши Акпарат.